Ну что, об игре? Стокна сегодня обыграл по игре. В принципе, и держали мяч, контролировали. В принципе, как обычно, мы с ними играли зимой, товарищеские матчи. Ничего не изменилось. Единственное, что немного не выполнили установку на игру. А так, по игре они нас переиграли. Что говорить? Ну, вы долго держались. Ну, держались, да. Вторую игру, так. Кстати, прошлую игру с Катиначи тоже был, по-моему, 1-0 первый После тайм. После первого, да, 1-0 было. А что происходит во втором тайме? Не знаю, может, какой-то недонастрой. После первого гола как-то расслабленно начали играть. Расслабились, повесили голову, не знаю. Не первый матч уже такой, и не второй, как бы. Будем думать, работать над этим. А наверное, есть кого больше выделить из состава? У нас? Да, сегодня. Да, честно, кого у нас? Особо нет, честно говоря. Более-менее все сыграли ровно. А мы сегодня там на лавочке говорили с Антонеевым. Он травмирован или он наказан за непосещение тренировок? Санта на последней тренировке получил травму небольшую, микротравму, поэтому он пока пропускает. Ясно, все, спасибо. Спасибо.